Вот обязательно так. Чуть начинаю про съемку, мы некрасиво выглядим. Нет, красиво. Здесь. Это в вашем возрасте еще это. С нашей внешностью еще и обижаться. Это ваши яблочки? Да, это наши яблочки. А вы это продаете? Яблоки, избави Боже. Вы знаете, у нас сотни гостей. В это. Дай Бог, удалось немного спасти для рекламы. Вот. Начинали с того, что три ведра яблок, два ведра, потом по ведру, потом по полведра, потом вот уже по стольку дарим, вот, а теперь даже уже по одному пробуйте. Ладно, давайте, давайте о деле. Откуда вы знаете, что это бифёрки, так-ка? А, написано, а я-то думал, разбираетесь. Так, девчата и мальчики, садитесь. Сейчас, пока Лера пошла за этим, за моим сыном, который является питомниководом, я вас прошу, зачем вы приехали? За саженцами. Почему не предупредили? Предупредили. Еще в обед мы знали, что никто не приедет. Я вот час назад. А то время-то... Полтора часа. Понятно, значит... Ну, с утра я звонила. Она говорит, как соберетесь, так... Скажете. Ясно, откуда вы? Шушенского. У вас холоднее немножечко. Это надо учитывать. Да. Вот. У нас тут берег Енисея, он греет. Мы поэтому живем в раю, вот в таком вот. Вот в таком раю. Вот таком вот. А что за сорт? Это в данном случае это сорт, который уже называется очень красиво. Golden Железо. Знаете почему? Потому что это был на бирке написано, приходит ко мне черенок. Здорового конца России. И на бирке написано Golden Железо. Приезжает сам Курдюмов ко мне в гости. Вот. И вдруг выясняется, что это вовсе не Голден, он-то лучше разбирается. Угу. Ну, ладно, я решил не обижаться, назвал Голден, железо скромно. В Сибири Голдены не могут быть. Теперь так. Что еще? Про то, что Шушенское, понятно. Что вы будете брать? Саженец. Один? Один. Да, мы хотели... Мы до этого брали и приезжали за мельбой, а потом я написала Татьяне, говорю, такую какую-нибудь полуяблочки, чтобы для... Ну, яблоки как бы мало их идет еще, ну, чтобы собрать. На переработку, вот там сок подавить. А, понятно. На пюре. Понятно. Там. Вряд ли у него есть. Склярка, ну, да. Склярка. А склярка у вас здесь? Нет, в данном случае дело в том, что на столе ее нету. Mm-hmm. Ну, уже кончились плоды. Это еще вот то, что... Это Аленушка знаменитая. Это как раз это для северян. А склярка, она примерно такая же или покрупнее, как вы содержали? Примерно вот такая. Uh-huh. Вот такая примерно. Вот так он уже пошел за скляркой или что? Вот уже здесь. Вот он ее... принес. Уже принес? А ну-ка покажи где-то. А, вот он. Все понятно. В горшке, значит, брать можно. В горшке, значит, дело надежное. Но обрезка обязательно. Ну, нам обрежут, да? Конечно, обязательно. У нас ни один саженец питомника. Сейчас же еще не поздно садить, да? Татьяна говорит, до середины месяца можно. Да. Дело в том, что задержалась осень. И держится. Представляете? Ну что, вот это вот почти субтропики, шелковица. Вот, стоит зеленая. Представляете? Стоит зеленая. Шелковица, шелковица, что-то знакомое. Ах, вы. Ну, вы уж точно сибиряки. Раз шелковицу не знаете, значит вы сибиряки. Так, ладно, я, наверное, дальше не буду мешать вам. Все. Сейчас. Один не ходи. Да тут написано. А мне все можно. Мраморный. Угощаю. А это... Пойдемте, я вам еще с дерева стрясу. Вот. Я такое люблю. Да. Сейчас.
Да все, нашел. До маркера не мог найти. Я думаю, может, в кармане. Потрясите это дерево, может, еще упадет. Это поздний сорт. А в это время все, что вы видите в это время на дереве, это значит позднее. Потрясите его. Вдруг упадет. А там вроде нету. А вроде есть. А? Есть, есть. Мы все трясем, трясем уже целый месяц. Вот разбивается, вон поднимите. Вот, Володя. Ага. Во-во-во. Угощайтесь. Это мраморный? Нет, это среднерусская. Среднерусская? Да, вот они так выглядят. Жалко, разбилось. Ничего, сейчас сточим. Вот. Ну все, дальше я мешать не буду. Да вы нам не мешаете. Правда? Рассказывайте, конечно. Нам интересно все. Вот, где приехали бы месяц назад. Господи, что тут было? Да мы приезжали, когда... У вас, вот, получается, все маленькие там, да, где-то саженцы? Да, там. А вы там не были, что ли? Были. А, были. Ну, тогда чего про это? Чего про это говорить? Все. Заканчиваю съемку. А вот есть саженец такой? А так, мраморная. А к Сергею все вообще... Вообще вкусно. Сергею все вопросы. Очень вкусно. Сережа, мраморная есть груша? Ванька, будешь грушу? Нету. Мраморная. Нет, я угощал среднерусской. А, среднерусская, но мраморной нету у нас. Ну тогда по это. Нет, среднерусская тоже вкусная. И среднерусская нету. Мне кажется, вот это какая-то такая. Или это. Нет, я только. Это поздняя? Да, ну, все, что сейчас на дереве, это позднее. Вот, потому что летние уже закончились. Нарядный фим уже ни одной нету. Лады нету. Ну, лада летняя. Да я говорю. А это осенние сорта. Так. А вот такая есть? Тоже нету. О, этот мужик, который рядом, он зажрался. Вот твой папа мужик, который зажрался. Нет, он не мужик, он мой папа. Ну хорошо, ладно. Ну в данном случае слово мужик означает, что это мужик. Вот такой-то бы это. Не надо, ну ладно.